Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Аллилуйя. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Да, пусть догорают свечи шаббатные. Да, слава Богу. Красивый очень обычай зажигать свечи на шаббат. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо тебе, святой. Да, я, наверное, прикрою окно. Чуть вот так вот. Да. Шаббат шалом. Да, приветствую всех братьев, сестер. Шаббат шалом, субботний мир. Мир Божий в этот день субботний всем вам. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, за доброе утро. Доброе утро. Пусть оно и пасмурное сегодня в Киеве, да, пасмурно. Но самое главное, чтобы в наших сердцах было не пасмурно, чтобы сияло солнце правды всегда. Иисус Христос, Иисус Господь, слава тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты Господин Шаббата. Ты Господин Субботы, действительно, Сын Человеческий и Сын Божий. Ты и только Ты, Господь. И даже вот это само хлебопреломление, совершаемое нами, Господь, постоянно, уже почти 2000 лет. Наталья пишет: слава Иисусу Христу, доброе утро, драгоценные братья и сестры, шаббат шалом, всем радоваться. Аминь. Всем радоваться. Всем святым и верным чадам Божьим шаббат шалом, радоваться. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, аллилуйя. Шаббат, 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 шаббат шалом. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, Боже всемогущий, за этот шаббат, спасибо за эту субботу, спасибо, Господь Боже, за всех братьев, сестер. Шаббат шалом. Спасибо, Господь, за мою семью, спасибо, Боже, за жену, детей, внуков. Боже, восхваляю Тебя в эту субботу. Спасибо Тебе, Господь. Шаббат шалом, шаббат шалом, аллилуйя. Спасибо за это время карантина, Господь, когда действительно закрыты церкви, и к миллионам верующих приходят больше и больше осознания, что мы и есть церковь Твоя, церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. Что это не здание, не костелы, не храмы, не молитвенные дома, что это не собрание просто, Господь, а действительно живые камни, живые, живые камни. Спасибо Тебе, Господь, и на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, сооружается, созидается святой храм Божий, Твой святой храм. Спасибо, Господь, уже 2000 летия, стройка 2000 летий. Удивительная стройка. Боже, спасибо, Господь, спасибо. И основание Иисус Христос, и купол, глава церкви Христос. Аллилуйя. И вся церковь, весь этот храм, это тело Иисуса Христа. Аминь. Шаббат шалом, субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, шаббат,
Шаббат, Шаббат, Шаббат, Шалом. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Поздравляю тебя с этим твоим праздником. Да, вот был вечер, и вот утро, день седьмой. Спасибо, Господь, спасибо за все, спасибо. Спасибо, спасибо за Израиль, спасибо за Иерусалим. Сегодня во время карантина и в Израиле, и в Иерусалиме, не только здесь, в Киеве, в Украине, но во многих странах мира, и вот в Израиле, в Иерусалиме карантин. Сегодня смотрел фотографии ночью, вот именно, простите, проспала, Оля пишет, да. Так, а что, все, прощены уже все мы, прощены, поэтому слава Богу. Вот, и действительно, удивительно, 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 смотрел фотографии, Иерусалим, пустынные улицы, стена плача, обычно там всегда толпится народ, а в пятницу вечером, тем более, и в субботу утром, ну, там народ, а это, смотрю, пустые улицы, пустая площадь, пустая стена, как бы, да, возле нее никого нету, интересно очень такое, ну, я не знаю, было когда или нет, но... Это довольно редкая такая фотография. Редкие фотографии. Слава Богу за мессианских верующих иудеев, братьев. Строительство удивительного храма из драгоценных камней, которые мы, Роза пишет. Аминь, аминь, аминь. Да, да, из этих драгоценных живых камней. Это из нас, собственно. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. О, спасибо, Господь, спасибо. Святой, 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 святой. Благословен Бог наш, Царь наш, Владыка наш. Благословен Спаситель наш, Искупитель рода человеческого. Благословен, благословен, благословен. Шаббат шалом, субботний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, шаббат, шаббат шалом. О давину хай, о давину хай, Отец, Бог наш живой, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова. Аллилуйя! От Авину, от Авину. Авину Малкейнум Шеба Шамаим. Отец наш и Царь наш, который на небесах. От Авину хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль хай. Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль, хай. О, спасибо, ты Отец наш живой, и потому мы живы. Израиль жив, потому что ты живой Бог. Церковь жива, потому что ты жив, Бог наш. Народ твой жив, аллилуйя. Роза тоже пишет, да, основание, краеугольный камень, Иисус Христос. Он глава. Аминь, 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 аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Поэтому еще поем, бывает так, мессианская такая прибавка еще есть такая. К этой песне поем. О, Иешуа, хай, Иешуа. Иисус живой, Иисус живой. О, Иешуа, хай. О, Иешуа, о, Иешуа, о, Иешуа, хай. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо, Господь, ты живой Бог, ты живой Царь над всей вселенной, дана тебе вся власть, действительно, Иисус Христос,
Иешуа ха-Машиах. Вся власть на небе и на земле. Благословен Ты, Спаситель наш, благословен Господь, Искупитель рода человеческого. Слава Тебе! Кровь святая Твоя была пролита на Голгофском кресте, и тело Твое ломимо, хлеб жизни преломляем. Господь, это Ты есть этот хлеб живой. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, благодарю, благодарю, благословляю великое имя Твое во веки и веки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, давину хай, Роза пишет, помоги, Господи, полнее подчиниться Тебе. Аминь. Ну, да, мы погружаемся в Него, поэтому вот сегодня особенно, в этот особенный день мы действительно погружаемся глубже и глубже, растворяясь в Нем, пропитываясь им, Богом нашим, святым Израилевым. И в этом действительно наша покорность и послушание. И Он пропитывается нами, погружается в нас. Вот эту бездну, бездну призывает. О, бездна внутри нас. Мы созданы богами, созданы Богом, созданы как боги, да, богами созданы. И действительно, будучи богами, да, мы имеем эту бездну внутри себя. И действительно, мы не можем без Него просто, действительно. Бездна бездну призывает. Бездна бездну призывает. Бездна внутри нас призывает бездну милосердия Бога, любви Бога. Спасибо, Господь, спасибо, Святой, спасибо, великий Бог наш. Слава Тебе, слава, 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 слава. Аллилуйя. И сказано, вы Боги тем, кому обращено Слово Божье. И сегодня действительно Слово Божье обращено к нам, к богам. Спасибо Тебе, Господь. Ты восстанавливаешь человека. Ты совершаешь чудо, то, что отцы церкви называли обожение. Бог и человек, человек и Бог. Спасибо, Господь, спасибо. Действительно, это великое чудо. Спасибо. Спасибо, Святой, спасибо Тебе. Мир всем вам и благодать. Мир и благодать да умножатся в познании Господа нашего Иисуса Христа. Мир, мир, миру этому мир Божий. Божий мир всему миру. Ибо так возлюбил Бог мир весь. Весь, весь, весь этот мир, что отдал самого себя за нас. Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо, Господь, спасибо Тебе, Святой, спасибо, спасибо. Хей вейну шалом алейхем, всем вам желаю мира. Хей вейну шалом алейхем. Эйвейну шалом, мир всем, всем, мир. Шалом алейхем. Дан-да-дан-дан-дан. Шалом, шалом, Иерушалаим. Аллилуйя. Шаббат шалом, Иерушалаим. Шалом, шалом, Иерушалаим. Шаббат шалом, Иерушалаим. Аллилуйя. У нас получается в той стороне Иерусалим, да. Получается так, да. Шаббат шалом, Иерушалаим. Шаббат шалом, Израиль и Иерусалим. Аллилуйя. Шаббат шалом, Иерушалаим. Шаббат шалом, Иерушалаим. Шаббат шалом, Иерушалаим.
Иерусалим, Шаббат шалом, Шаббат шалом, Иерусалим, Шаббат шалом, Иерусалим, Шаббат шалом, Шаббат шалом, Иерусалим, субботний мир тебе, Иерусалим, Шаббат шалом, Шаббат шалом, Иерусалим, Шаббат шалом, Шаббат шалом, Шаббат, 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 Шаббат шалом, Шаббат шалом, Шаббат шалом, Шаббат, Шаббат, Шаббат шалом. Аллилуйя. Божий всем мир, субботний мир. Спасибо, Господь, за все. Благодарю Тебя за жизнь, за все. Благодарю Тебя, милостивый Государь, благодарю Тебя. Бог богов, Господь господствующих, Царь царей, слава Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог богов, Господь Господь, слава, аллилуйя. Царь царей, Господь Господь, Господь, слава, аллилуйя. Иисус наш, наш Мессия, слава, аллилуйя. Иешуа, Иешуа, наш Машиах, слава, аллилуйя. Царь царей, Господь, Господь, слава, аллилуйя. Иночка, аминь, шаббат шалом, Сережа, шаббат шалом, братья и сестры, всем доброго субботного дня. Да. Спасибо, спасибо, Иночка, благословляю тебя, благословляю детишек, благословляю всех, 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 да, внуков наших благословляю. Слава Богу Святому. Аллилуйя. Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя. Иешуа Амашиах, слава, аллилуйя. Аллилуйя. О, Бог богов, Господь, Господь, слава, аллилуйя. Царь царей, Господь, Господь, слава, аллилуйя. Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя. Иешуа Амашиах, слава, аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо, Святой, спасибо, драгоценный, великий Бог. Благословен Ты, Царь, люблю Тебя, обожаю Тебя. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, что это взаимно, спасибо. Я обожаю Тебя, Ты обожаешь меня. Да, мы обожаем нашего папочку, Бога. Наш папочка, Бог дорогой, обожает нас, детей своих, сыновей, дочерей, дочечек и сыночков своих. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Да, спасибо, братики, сестрички, братья и сестры, дорогие друзья, дамы и господа, спасибо, спасибо. Спасибо всем, спасибо. Спасибо, ангелы, спасибо. Приветствую вас, ангелы Господни, посланники Всевышнего. Вечером поздравляю вас, и сегодня утром тоже хочу поздравить вас еще раз, да. И хочу спеть вам эту песню снова. Вам нравится ведь, да? Я хочу вас тоже поздравить с этим праздником, потому что это наш общий праздник всех, всех и вся. Этот праздник всего творения, потому что это праздник Творца. Праздник Творца. Бог, когда говорил,
в Торе, в Библии своей, он сказал: вот праздники мои, вот праздники мои, аллилуйя, аллилуйя. И действительно, он мог бы по праву первым в списке, допустим, обозначить Пасху, допустим, да. В общем-то, да, это было бы логично. Тем более, что все это как раз происходило в эти вот как раз пасхальные такие дни. Но Господь первым в списке своих праздников, в этой череде своих праздников, которые Он нам открыл, вот этих семь празднеств, которые Он нам показал в Торе, в Библии, первым в списке была суббота. Потому что она по праву первой, потому что когда еще до грехопадения суббота, шаббат уже праздновался нами, да, нашими пращурами, нашими прародителями, да, Адам и Ева, наши прародители, вместе с любящим Небесным Отцом, вместе с ангелами, вместе со всем миром, животным, растительным, рыбами морскими, все творение славило Бога Святого и радовалось, и праздновало первый шаббат. Первая суббота в истории Вселенной, в истории человечества, да, она была тогда 5780,5 лет тому назад. И каждая суббота с того времени, она есть воспоминания также и о прошлом, да, воспоминания о том, что было, воспоминания о рае, воздыхание о рае, память о том, что мы потеряли. Но также это и воспоминания о будущем, это указание на то, что мы приобретем, это указание на то, что будет. Вот так вот, друзья. Удивительно. Удивительно, друзья. Потому что Машиах грядет, потому что Иешуа возвращается. И церковь взывает, да уже 2000-летия мы взываем, почти 2000-летия взывает церковь, храм весь взывает, воздыхает воздыханиями нечленораздельными, неизреченными. И это воздыхание, его можно истолковать только вот такими словами: «Гряди, Господи Иисусе», как в переводе с синодальным сказано. «Возвращайся, Господь Иисус, Господин наш Иисус, возвращайся». И мы знаем, что когда Он вернется, а Он скоро вернется, да, Он обещался скоро вернуться, хотя уже 2000-летия прошло, но простим Ему это, да? Его неторопливость. Ха. 2000-летия в небесном измерении — это пару дней. Так что вот так вот. День-ночь всего-то. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Ты классный. Ты самый. Возвращайся, Иисус. Возвращайся. Воздыханиями церковь взывает: гряди, Господь. Гряди, Господь Иисус. И доколе ты не вернешься, мы совершаем это хлебопреломление для уразумения нашего осознания, что мы и есть тело Христа, тело Твое на этой земле, кровь Твоя. Мы с Тобой одной кровушки. Ты и я. Я, ты, он, она. Вместе Божия семья. Шаббат шалом, семья Божья. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру, на подножьях золотых. Аллилуйя, аллилуйя. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен
грядет, Господь грядет, Царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, гряди, Иисусе, Господь грядет, Царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Аллилуйя! Аллилуйя! Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало. Чистая. Вот он идет, Господь грядет, Царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Аллилуйя! Гряди, Господь Иисус, возвращайся. Гряди, возлюбленный, прекрасный. Ты самый красивый, ты самый чудесный. Ты самый великий во всей вселенной. Тебе, тебе и только тебе вся слава. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому! И пред Тобою всякое колено преклонится, небесных, земных и преисподних. Тебе дана вся власть на небе и на земле. Тебе вся власть. Вся власть Иисусу. Вся власть Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо Тебе, Святой, спасибо. Спасибо, Прекрасный. Спасибо, спасибо. Спасибо, Ты самый умный. Ты самый, 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 самый добрый. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Вот что воспеваем мы, вот что величаем мы, вот чем живем мы. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Благодать Господа моего Иисуса Христа. Вот чем я живу, вот чем дышу. О, благодать спасен тобой. Я из пучины бед был мертв, но слеп, но вижу свет. О, благодать Твоя, мой Бог, дана мне во Христе.
Ты жизнь моя, ты песня моя, всегда, везде. Спасибо, Господь, спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя за это доброе утро. Благодарю Тебя, Господь, Боже Всемогущий. Гряди, Господь Иисус, гряди, возлюбленный, прекрасный. Гряди, Господь. И каждую субботу мы празднуем Твою победу, мы празднуем Твое возвращение. Потому что, Господь, действительно, одно из знамений, когда Ты вернешься, возлюбленный, то Ты действительно в Иерусалиме, Твое королевство по всей земле распространится. И святость субботнего дня вновь, как было изначально, как было в самом начале, до грехопадения, так будет и при в твоем воцарении, Твоем возвращении. И на праздник Суккот, поставление кущей, всякая плоть будет приходить. Все люди будут приходить, разных народов, культур, традиций, религий, все осознают в Твоем присутствии блаженном, что это праздники Твои. Это не просто еврейские праздники, или церковные праздники, или какие-то еще народные. Нет, это Твои праздники. И в любви к Тебе люди будут льнуть к Тебе, люди будут приходить в Иерусалим. Спасибо, Господь, спасибо. Новомесячие, из месяца в месяц буду приходить, из субботы в субботу. Спасибо, Господь, каждый год на празднике Суккот. Спасибо, спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благословен Господь, Бог наш, Царь наш, Владыка наш. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Гряди, Господь Иисус, возвращайся. Возвращайся, Господь. Спасибо, спасибо Тебе. Аллилуйя, аллилуйя. 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 Сердце, только Ты один живешь. Только Ты, Господь, Иешуа. Амашиах, Иисус Христос, мой родной и самый драгоценный. Аллилуйя! Знаю, скоро Ты за мной придешь, Ты грядешь, Господин и Царь над всей вселенной. Господин и Царь над всей вселенной. Аллилуйя! Аллилуйя! Только Ты, Господь, в моем сердце живешь. Иисус Христос, Иисуа Аль-Масих, Иешуа А-Машиах, Машиах. Сейчас, здесь, в сердце только Ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро Ты за мной придешь, Ты грядешь, Господин и Царь над всей вселенной. Господин и Царь над всей вселенной. Аллилуйя. Только Ты один для меня, и нет другого, только Ты один, и
Я тебе, Господь, принадлежу. Ты один, только ты, Иисус, Иешуа. Только ты один для меня, и нет другого, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, ты грядешь, Господин и Царь над всей вселенной. Господин и Царь над всей вселенной. Только ты один для меня, и нет другого, только ты один, и я тебе, мой Бог, принадлежу. Я тебе вовек принадлежу. Только ты один. В сердце у меня, Господь, живешь, только ты один. Мое сердце занято тобою. Ты, только ты. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь. Возвращайся, Господь, приходи быстрее, пожалуйста, приходи. О, ты грядешь, Господин и Царь над всей вселенной. Ты, Господин и Царь над всей вселенной. Только ты один для меня. Тебе, мой Бог, принадлежу. Аллилуйя. Они ведоди ли. Я принадлежу тебе, мой возлюбленный, всецело, на все сто. Тебе принадлежу. А ты, мой возлюбленный, навсегда мой и только мой. Ты полностью мне принадлежишь. Спасибо, Господь. Спасибо. Они ледоди ведоди ли. Песня песней. Песня любви. Спасибо, Господь, спасибо, Святой, спасибо. Благодарю Тебя за это субботнее утро. И сегодня, совершая хлебопреломление, причастие, я пою Тебе, возвращайся, Господь, возвращайся. Гряди, Господь Иисус, гряди, возлюбленный, прекрасный. Ты самый красивый, ты самый добрый, самый умный,
самый сильный во всей вселенной. Спасибо, Господь, спасибо. Ты альфа и омега, и начало, и конец, и первый, и последний. Ты все во всем. Тобою сотворены все веки. Время самое тобою сотворено. Все сущее, все миры тобою сотворены. И от тебя, и к тебе возвращаются. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Премудрость Божья, премудрость. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, Святой, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Друзья, давайте совершим причастие сегодня тоже, Евхаристию, такую литургию онлайн. Там, где вы сейчас находитесь, возьмите хлебушек себе, возьмите, налейте соку себе. Я уже все приготовил, у меня уже лепешки готовы. Сегодня утром жарил лепешки. Ну, некоторые не получились. Я сегодня экспериментировал, там, пробовал то, что-то не получилось, что-то получилось. Молился и жарил эти лепешки. Вот, и слава Богу, вот в конце вроде как стали получаться нормально уже. Последние лепешки у меня такие вот. Вот такие лепешки. Мой родной и самый драгоценный. Надо было их, наверное, на сковородке подсушить немного. Аллилуйя. Спасибо за хлеб земной. Ты хлеб небесный наш. И хлеб земной — это действительно образ такой. Красивый образ небесного хлеба, святого хлеба, который и сам Господь. Вот эти последние хлебы очень вкусно пахнут прям. Спасибо, 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 Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю, благодарю. Благословен Господь Бог наш, Царь всей вселенной. Благословен Спаситель наш, Господь наш. Благословен, благословен. Благословен, благословен Царь наш. Благословен. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю. Благодарю Тебя, Господь. Как получились, я сам не знаю, честно говоря. Я уже под конец уже немного расстроился, потому что лепил, с 2 часов ночи их лепил. Значит, и что-то не получались у меня, забраковал там целую партию. Под конец вроде стали получаться. Уже по новой замесил, все. Я уж молюсь, говорю, Господи, Ты вот. Вот, и прямо аж вдохновился так, думаю, надо же, вот интересно, вот прекрасно, вот, вот. Я по-хорошему завидую, кто вот даже такой бизнес имеет, вот, кто печет хлеб. Да, это действительно интересная очень работа, интересная профессия такая. Вот. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо Тебе, Святой. Благодарю Тебя за жизнь и жизнь с избытком. Да, Инночка пообещала, я в мае дома буду уже. В мае пообещала мне сделать мастер-класс по печенью лепешек, потому что у жены моей, конечно, получается шикарно просто вообще. Там вообще мосок лепешек приготовляет, а дома я все прям сметаю, потому что вкуснятина вообще, классно вообще. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Но это тоже получилось неплохо, надеюсь. Я еще не пробовал, но запах хороший. Ах, очень вкусно пахнет. Жалко, не передает вот запахи, значит, интернет. Хо, спасибо, Господь, спасибо. Но Божий интернет передает все. Поэтому, Господь, Духом Святым Твоим, в Твоем Божьем интернете, Духа Святаго, передай, Господь Божий, и научи нас, Господь, и печь хлеб хорошо, и запахи эти прекрасные вообще хлебные. Спасибо тебе, Господь, спасибо, классно. Спасибо, дорогой, спасибо, возлюбленный, спасибо. И я благодарен Тебе, Господь, за то, что действительно чудо спасения совершилось. И завеса
образ плоти Твоей разорвалась. И завеса разорвалась. Иисус, Он сказал, это есть плоть Моя. Завеса, это был образ плоти Иисуса, она разорвалась. Сверху донизу. Разорвалась, это знак действительно великого чуда. Как в той песне поется у Алексея Ледяева, потрясающие мюзиклы. Мне так нравится очень творчество Алексея Ледяева. Очень люблю я его. Вот, и очень ценю его служение, его творчество. Молюсь за него часто, благословляю его, его семью, его служение, его дом. И хотя я только лишь однажды был у него там в Риге, там у них проповедовал, значит, но это было давно уже, кстати, давно уже было. Вот. А так мы виделись с ним обычно здесь, в Киеве где-то. Или где-то еще там в Херсоне, там где-то на конференциях. Вот. Но мюзиклы просто потрясающие. Нет сока, Оля пишет. Ничего страшного, налейте просто воды. Когда нет сока, я просто воды наливаю. Просто воды и хлебушек. Вот. И все. Самое главное, не качество вина или хлеба, а качество веры. Да, вот вопрос, воду, конечно, да, конечно, можно. Иисус вообще, Он, когда вина не хватило, допустим, да, Он просто сказал, налейте воды, просто налейте воды. И это не то, что там халтура, разбавить водой, там, да, допустим, вино, нет, Он просто, налейте воды. В чистые сосуды налили воду, Он помолился, опа, и вино получилось. Поэтому для Господа, для нас, да, может, там принципиально, конечно, там, кинзмараули, там, допустим, да, грузинское вино, или просто воды, бокал вина. Или бокал воды. А Господь, Он может действительно из просто воды и такое вино сделать, что даже, ну, при всем уважении там, кинзмараули там, или каким-то еще там вином грузинским, это будет как ничто, потому что небесное вино Бог дает, Духа Святаго, и поэтому, когда нет, там даже сока, если нет виноградного, я просто наливаю просто воды совершаю. Потому что спасает нас, действительно, сам Господь, Он нас спас. И Его тело и кровь, вот наша святыня. Наисвятейшая святыня, как в Украине, вот, да, вот, церковь та вот, дружеская. Наисвятейшая святыня. Из-за карантина я в прошлое воскресенье должен был там проповедовать, но не было служения, поэтому отложили. Но уже в апреле, тогда уже у них буду, вот в церкви. Поделюсь словом, как раз тоже и о причастии тоже скажу пару слов. Очень хочется тоже с братьями утешиться верою нашей общей. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, Святой. И завеса разорвалась, и как у Алексея Ледяева там в песне поется, вот, потрясающая песня, там в этом мюзикле, разорванная завеса, мюзикл. В воскресенье мы об этом как раз с братьями вспоминали. Разорванная завеса. И там есть слова вот эти, потрясающие слова. Я не хочу жить за завесой, за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец. Я Ава, Отче родной, мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Аллилуйя. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Ава, Отче родной. Мое сердце с тобой, дочь и сын, дети Божьи, дети, дети царя, царей, Господа, господствующих. И мы принимаем святую Евхаристию, хлебопреломление, причастие, тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, тело Христа. Аминь. Тело Христа Иисуса, кровь Христа Иисуса. Аминь. Аминь.
Аминь. Аминь, аминь, аминь. Ты совершил чудо, Господь. Спасибо. Спасибо, спасибо. Аминь. Аминь, спасибо. Аминь, аминь. Аминь, аминь. Аминь. Спасибо, Господь, спасибо. О, спасибо. Аминь. Кровью Иисуса Христа, моего Спасителя и Господа, моего возлюбленного и прекрасного, я исцелен, спасен, благословлен, освобожден. Кровью Христа Иисуса я не за завесой. Кровью Христа Иисуса я в сердце твоем, а ты в сердце моем. Кровью Христа Иисуса я живу новой жизнью, твоею жизнью. Ты живешь моею жизнью, я живу твоею жизнью. Мы с тобой одно. И ничто не разлучит нас с тобой, Господь. Ничто. Ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. Нет никого. Нет, нет никого, кроме Бога одного, кроме Бога одного. Аллилуйя, аллилуйя. Не боюсь я никого, кроме Бога одного. Только Богу моему. Не боюсь я ничего, только Бога моего, и не верю ничему, так как Богу моему. Нет, нет, не боюсь я, не боюсь я ничего, только Бога одного. Эй, нет, нет, не боюсь я, не боюсь я никого, только Бога одного. Аллилуйя, слава тебе, Господь, спасибо, спасибо, Господь, спасибо, Святой. Благодарю Тебя, благодарю, благодарю, благоставляю великое имя Твое. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь, возлюбивший весь мир, братья, сестры, Бог во Христе, Бог в Иисусе Христе, Создатель всех миров, в Сыне Своем искупил мир, спас весь мир, спас всех нас. Аллилуйя! Примирил с собою весь мир, все свое творение. Примирил, совершилось, Машиах сказал. Иисус воскликнул, совершилось, и завеса разорвалась. Аллилуйя! Завеса в храме разорвалась, та, что веками скрывала счастье от нас. Я вижу Бога живого.
живого рядом со мной. Спасибо, Господь, за эти мюзиклы прекрасные. Спасибо за этот мюзикл «Разорванная завеса». Спасибо за Алексея Ледяева. Спасибо за творчество его и всех верующих. Спасибо, Господь. Спасибо, Святой. Спасибо. Спасибо, живой Бог. Спасибо. Друзья, благословляю всех вас, возлюбленные дети Божьи. Благословляю во имя Господне. Благословляю свою семью сегодня. Этим субботним утром благословляю свою жену Инну Сергеевну мою, благословляю детишек наших, внучат наших, котов наших, благословляю. Вот. И благословляю вас всех, друзья, кто онлайн сейчас, и ваших родных, ближних, ваши дома. Благословляю. Благословляю Киев, благословляю Украину. Благословляю всю нашу истрадавшуюся землю, народы, племена, страны, континенты. Благословляю Израиль, благословляю Иерусалим. Аллилуйя! Столицу возрожденного Богом еврейского государства. Благословляю Шаббат шалом, Шаббат шалом, Шаббат шалом. Иерусалим, Шаббат шалом, Израиль, Шаббат шалом, люди добрые, Шаббат шалом всем вам. Шаббат шалом, ангелы. Приветствую вас, ангелы Господни, посланники Всевышнего. Вы приходите всегда с миром. Да, приходите с миром, ангелы Господни. Шалом алейхем, малахей ашарет, малахей эльон. Аллилуйя. Приветствую вас, ангелы. Да, и вас благословляю тоже. Да. Люблю тоже, благословляю, обнимаю. Аллилуйя, аллилуйя. Приветствую всех, всех, всех. Еверехеха Адонай ве ишмареха. Яхер Адонай панав элейха. Вихунекха. Иса Адонай панав элейха. Веяселеха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа ха-Машиах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь. Аминь. Аминь, 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 аминь. Да. Приветствую вас, ангелы, посланники Всевышнего, Божьи вестники. Да, да, да. Приходите с миром, ангелы Господние, вестники всесильного. Пребывайте с миром, тем более в шаббат сей, среди нас все ангелы Господние, посланники. И с миром идите также, Божьи посланники. И идите с миром, ангелы Господние, Божьи посланники. Приветствую вас, ангелы, Господние посланники, вестники Всесильного.
Приходите с миром, ангелы Господни, вестники Всевышнего. Аллилуйя. Да, аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь, за этот мир, созданный тобою. Слава тебе, Господь, за ангелов, слава тебе, Господь, за людей всех. Слава тебе, Господь, Боже, все творение твое восхваляет тебя. Весь мир растительный, животный, наипаче человеческий род прославляет тебя, поклоняется тебе, Господь. Славит имя твое. Аминь, аминь, аминь. Благодать Господа нашего, друзья, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь, аминь, аминь. О. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом.